Олег Шишов передумал выходить на свободу. Напомню, ранее Советский суд отказал бывшему руководителю мостовика в его просьбе заменить оставшийся срок заключения на более мягкий вид наказания. К тому моменту Шишов уже отсидел в колонии чуть больше 2 лет, половину своего срока. Тогда Шишов подал жалобу на решение суда. Сегодня ее рассмотрела вышестоящая инстанция, Омский областной суд. Однако после перерыва в заседании известный омский строитель отозвал ходатайство, почему-то передумав выходить на свободу раньше срока.